и для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Прежде чем я передам послание Слова Божьего, позвольте вам напомнить, что в Библии сказано, что даже если мы будем неверны, Бог остается верным, потому что никоим образом не может отречься самого себя. Возможно, среди нас есть кто-то, кто оступился и чувствует теперь, что Бог не будет творить, поскольку он сделал то, чего не должен был делать, или она сделала. Неважно. Если то, что вы сделали, плохо, нужно просить у Бога прощения, нужно все с ним уладить, чтобы вечно пребывать в благости. Ведь если вы умрете во грехе, вы отлучены от Бога. Так что можете исповедаться, ведь Бог не держит зла, обиды. Богу чужды человеческие переживания. Когда он взглянет на человека и скажет: «Нет-нет, однажды ты сделал то, чего не следовало». Ведь это не Бог испачкался, а вы. А вы его разочаровали, поскольку он доверял вам, дал вам слово и хочет видеть вас на ногах. Так что лучшее, что вы можете сделать, это пребывать в Слове Бога, глядя, бодрствуя, поскольку Слово проявится в вас. Слово будет творить в вашей жизни, и сегодня Бог сделает нечто очень важное в вашем сердце. Если вы у себя дома, по возможности не отходите от телевизора, не разговаривайте, смотрите очень внимательно, вдумчиво, позволяя Богу говорить с вашим сердцем. И то, что Господь скажет, можете записать, Он выполнит. Ни одно из слов Бога не лишено силы. Ни одно из них не лишено силы. В каждом из них кроется чудесная сила. И Иисус гарантировал, что то, что мы свяжем здесь на земле, будет связано и на небе. Итак, сегодня мы нанесем последний удар по этим деяниям зла, которые заставляют вас страдать, быть расстроенным, угнетенным, разделяющим вашу семью, создающим финансовые проблемы и проблемы другого рода. Сегодня день благословений, день, чтобы вы поверили в Господа Бога и вышли отсюда победителями во имя Христа. Обратимся к Римлянам, глава 12. В последние дни я много говорю об обязанностях, которые у нас есть, и не выполнив которые, мы многое потеряем и нанесем себе ущерб. К Римлянам 12, стих 6. Апостол Павел передал нечто очень важное, говоря о том, что Бог хочет сделать и сделает для нас, что Он уже нам дал. Сказано так: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И он продолжает говорить о других вещах, но я хочу с вами поговорить именно на эту тему. Благодать Бога снизошла на меня, снизошла на вас, и она наделила нас способностями творить для Царства Бога. Мы с вами люди, наделенные дарованиями. Нужно открыть, какими. Чего Бог хочет от вас? Зачем Бог позволил вам познать Иисуса? Вы поняли, а теперь возникло это желание, потому что у Него есть это намерение. Итак, согласно благодати, данной нам, Он говорит, что она нам дана, мы имеем различные дарования. И как по данной нам благодати имеем различные дарования? Эти дарования нужно использовать. Мы не можем не предложить себя Богу. Ну как мне узнать, что я имею? Вы должны позволить Богу двигать вами, брат мой. Неважно, что Бог сделает через вас. Может, даст вдохновенное слово, пророчество, то есть слово, чтобы убедить, успокоить, поддержать. Может, даст слово веры, которое вы посеете в сердце. Может, слово исцеления, с которым вы будете использованы для исцеления или даже для совершения чудес. Мы не должны ждать. Ладно, значит, если однажды Бог даст мне служение, я стану пастором. Но, возможно, вы никогда не станете пастором. Бог хочет не этого. Но у всех нас есть дарование. Бог не желает этого для всех. Некоторых Он призывает, других Он призывает в различные сферы деловой жизни, в независимые специалисты и тому подобное. Это необходимая деятельность, к чему мы имеем способности. Но я говорю сейчас, здесь говорится о дарованиях, которые Бог дал нам, об этих способностях. Неважно, врач вы, рабочий, судья, сапожник, возможно, вы адвокат, инженер или домохозяйка. Важно то, что вы должны искать у Бога, что за дарование Он дал вам. Я, например,
где бы ни находился, иногда в незнакомой стране, испытываю сильное желание помолиться о какой-либо болезни. Я знаю, что это дар, дар исцеления, что я буду движим Богом, и я приглашаю людей. И Бог творит необыкновенные вещи, так что у людей просто открываются рты. Как такое могло произойти в считанные минуты? Потому что Бог использовал этот дар. Я находился в арабской стране, где на церкви нет даже вывески, и проповедовал им. Я почувствовал от Бога и сказал: «Бог сотворит необыкновенные чудеса». Я увидел чудо, которого никогда не видел в других местах. У человека была опухоль здесь, на животе, и опухоль исчезла. У него расширились глаза у араба, а мне все переводили. И он шел от человека к человеку, распахнув рубашку. Женщины, мужчины должны были смотреть на его живот, на котором остался след, огромная вмятина. Я не шучу! Размером с футбольный мяч исчезла. И замечательно, что кожа уже начала стягиваться прямо на глазах, друзья. Я сказал: вот лучшее свидетельство. Такой случай стоит 1000 проповедей. Все, кто это видели, в той аудитории было должно быть человек 300. Те, кто видел, думаю, по сей день комментируют. Да, однажды я видел, как Иисус использовал одного бразильца, и это чудо было потрясающим. Однако, если бы я не использовал дар, если бы мне не хватило смелости проповедовать там, если повесить на церковь вывеску, местное население уже забрасывает камнями. Не хотят, так что они заходят как будто по делу, хотя на самом деле идут на служение. И Бог двигал мной. Женщина оставила костыль, пошла. Тот день был отмечен в той стране как день деяний Господа Бога. Однако почему? Потому что я позволил дару Бога, я в ответе за это, я позволил дару Бога проявить себя. То есть я использовал свою веру и благодать, данную мне Богом. Мы сами по себе не имеем никакой силы. Не может быть такого, это могущественный человек. Сказать по правде, бывают дни, когда я настолько пуст, что рыдаю перед Богом: «Бог, моя корзина пуста, чем я накормлю людей? У меня нет возможности». И Бог придет вдохновением, с неким посланием, и человек говорит: «Ну как такое возможно? Это Он все делает». То же самое с чудом. Это не то, что мы с вами можем сделать. Это Бог нам дает. Необходимо, чтобы вы взыскали Господа и предложили себя. И когда вы почувствуете, наберитесь смелости, ведь куда простирается ваша вера, туда дойдет Бог. Мне бесполезно хотеть сделать отсюда до сих пор, если моя вера доходит только до сюда. Здесь Бог остановится. Бог не будет творить вне вашей веры. Однако мы будем учиться, Бог будет использовать нас. И в час, когда вы чувствуете помазание от Бога, брат мой, это все равно, как если бы сам Иисус действовал на вашем месте. Теперь еще одно важное слово, которое я хочу передать вам. Это второе послание к Тимофею 2:5. Это снова слова Павла. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно, будет подвизаться». О чем это он говорит здесь? Мы не должны никогда, ни при каких условиях стремиться так поступать. Если мы наставляем некоего человека, прежде чем стать пастором, я долго наставлял одного человека, и мною двигал Бог. У меня есть такие прекрасные свидетельства, что если я приведу их вам, вы скажете: «Доктор Суарес, вы всегда были благословлены». Слава Богу, всегда. Еще будучи молодым, я уже проповедовал одному человеку, двум людям, группе людей. И где бы это ни было, Бог использовал меня. Но я всегда был озабочен, чтобы подвязаться законно. То есть сражаться, биться по закону, согласно нормам Слова Бога. Если человек ничего не знает из Библии, вы не должны давить на него и навязывать свои правила. Никогда так не делайте. Несите истинное Слово Бога. Ведь это слово, которое возродит человека, которое откроет сердце человека, которое укрепит его для получения чуда. То, что от плоти ни на что не годно. Человеку не нужно выбиваться из сил. Я уже видел многих, кто так поступал, без всякого результата. Делать так значит просто-напросто изгонять Бога с этого служения, из этой жизни. И так мы должны. Если же кто и подвизается, не увенчивается, то есть не будет вознагражден, если незаконно будет подвизаться. Так же, как спортсмен. Если он бежит марафон Сан-Силвестре у нас в Бразилии, и предположим, что он знает, по какой улице срезать путь, чтобы пока все бегут, вырваться вперед, это раскроется. Никто так не делает. Он не может этого сделать. Как и те, кто использует разный допинг, чтобы суметь победить других. Их всех дисквалифицируют за такую нечестность. Другие борются, борются все, а этот
принял одну пилюлю, сделал себе укол, не знаю, какого-то препарата, и внезапно становится быстрее, чем остальные. Это очень печально, это ужасно, нужно подвязаться законно. Мы знаем, что мир сейчас в руках у демона. Но мы можем пытаться спасти человека только тем оружием, которое Бог дает нам. Бесполезно действовать по-другому. Нет, Бог забудет этот ваш грех. Главное, чтобы вы перешли к нам. Нет, вы должны все отбросить. Если вы хотите быть от Бога, вы должны быть человеком цельным, человеком действительно в руках Бога. Вы не должны поступать по-другому. Если вы продолжаете попустительствовать, Бог не будет вас использовать. И так человек получает слово. Возможно, пройдет один год, два, пять или десять, прежде чем он переродится. Но у него остается это свидетельство. Да, я встретил законопослушного человека от Бога, человека, следующего небесным нормам. Потому что лжет дьявол. Он обманывает людей. Мы не можем заполнить церковь людьми, которые, скажем, так не желают Иисуса, у которых другие устремления. Однажды я поехал проповедовать в одно место, не буду говорить, в какую страну, и я отметил, что церковь переполнена. Я сказал: «Боже, какой успех!» Но я проповедую, а люди сидят вот так, смотрите. Женщины смотрят на ногти и тому подобное. И затем я спросил: «Что здесь происходит?» «А, мы пошли в трущобы, пообещали, что дадим продовольственный набор всем тем, кто придет на это служение». Я сказал: «Не делайте так. Народ был сам не свой, чтобы получить паёк. Они просто не изнемогали от того, что я проповедовал очень долго. Лучше проповедовать 10, чем 1000, но 10 желающим служить. То есть людям, которым это нужно». Я сказал: «Здесь что-то не так, поскольку я говорил, а слушал только одна группа. Была такая группа, и Бог творил среди этих людей. Среди других нет, другие были далеко. Другими словами, я хочу, чтобы это кривление скорее закончилось. Я хочу забрать домой свой продовольственный набор». Этих людей просто купили. Американцы поступали так в Китае до революции Мао Цзэдуна. А церкви были переполнены, у них было много денег, и каждому пришедшему давали мешок риса. Когда пришел Мао Цзэдун, он запретил проповедовать Евангелие, и где рисовые христиане? Пошли искать себе что-то другое, это вспоминают и по сей день. Мы не должны быть рисовыми христианами. Вам не нужно обманывать своего сына, нужно серьезно сказать: «Сын, ты должен с этим покончить, это разрушает тебя. Иисус тебя избавит». Вы просто теряете, вы получаете радости на десятку, хотя могли получить 100 или 1000. Вы получаете на десятку благополучие, а могли получить 100 или 1000 с Иисусом. И сказать: жена мужу, муж жене, мы должны сказать прямо. Слово Бога не может петлять. Мы должны подвязаться законно. У нас есть помазание, но есть и ответственность. Бог вменяет это как обязанность. Мы не можем никоим образом прекращать нести Слово Бога. Это как когда я пошел проповедовать в традиционную церковь, меня пригласили, я пошел в одном из штатов здесь, в Бразилии, и брат мой, люди были холодные, подобное также было в Японии, но чтобы здесь. И я проповедовал, а когда молился, Иисус сказал мне: «Я только что исцелил человека, у которого была бородавка за ухом». Я спросил: «Где же этот человек?» А людям не нравилось, что я молюсь. Не знаю, во что верит человек, который не любит молитву об исцелении. Где находится тот человек, у которого была бородавка в волосах за ухом? По-моему, я даже сказал, что справа. Но никто не отозвался. Я сказал: «Подождем, мы будем сидеть здесь всю ночь. Ведь если Иисус сказал, значит, это правда». Тогда через некоторое время одна женщина, стоявшая у стены, сделала рукой вот так: «Скажите, вы подняли палец, чтобы я посмотрел на вас?» «Да, пастор». «А что случилось?» «Знаете, я ни во что в это не верю. Но раз вы настаивали, я стал искать свою бородавку, и она и впрямь прошла». Действительно традиционная, друзья. Но Бог творит, друзья, и вы должны уважать, и не должны, и ничего отрицать. Я не мог прийти туда проповедовать и сказать: «Итак, Бог больше не творит». Нет, Бог творит чудеса. Я верю, я буду проповедовать. И если меня еще раз пригласят, я пойду. И доктор Суарес: «Если пригласят дом волшебства, я пойду спокойно и буду проповедовать истину, и увижу движение Бога, я увижу, как Бог исцеляет». Мы идем везде, куда можем. Есть возможность, но мы не должны незаконно что делать? Подвязаться в соответствии со словом. Иначе мы не получим наше вознаграждение и просто теряем время. Уважая недостаток у людей способности верить, но в то же время сея слово,
поскольку это слово рождает веру. И если однажды посеете веру, человек получит благословение. Не важна ваша проблема. Если вы пришли сюда в первый раз или слышите меня в первый раз, Бог может разрешить ваши проблемы, но я не могу вас обманывать. Ни в одном из чудес нет магии. Движение Бога начинается, когда вы слушаете Слово, понимаете Слово и верите в Слово. Вы не тот человек, которого Богу необходимо спасти. К сожалению, если вы не захотите, вы будете потеряны. Однако Бог хочет спасти вас. Бог уже за все расплатился, все зависит лишь от вас. И если вы верите, можете записать: «Господь Бог будет творить, и сегодня Он здесь, чтобы творить». Я сейчас помолюсь с вами, как и на предыдущем служении, за всех людей, у кого проблемы с телом или с душой. Доктор Суарес, Бог уже использовал меня на предыдущих служениях, чтобы исцелить многих людей. Я хочу, чтобы сегодня и вы исцелились. Было служение, когда я даже не был готов, но я молился, почувствовал, молился, и было, кажется, 5 или 6 человек, у которых дергался глаз. Один мужчина даже сказал: было похоже, что оба мои глаза выпрыгнут из орбит. И все сразу прошло. Я не знаю, что у вас болит. Доктор Суарес, у меня боль в теле, физическая проблема или боль в душе. Что такое боль в душе? Печаль, огорчение, грусть, депрессия, гнев, ненависть. Вы в ком-то разочарованы. Доктор Суарес, я не знаю, в чем дело. Похоже, что я выпал из жизни. Я здесь по ошибке. Нет, Бог приблизится к вам и благословит. Вы хотите, чтобы я сейчас помолился о благословении? Поднимитесь, я помолюсь во имя Иисуса. Остальное не важно. Давайте подвязаться законно. И Бог будет творить. По окончании молитвы, пожалуйста, не садитесь. Будьте тверды, поскольку сила Бога пройдет, и Его дело будет сделано. Склоните голову, закройте глаза. Отец, я вступаю в Твое присутствие во имя Иисуса Христа, чтобы просить, чтобы Ты снизошел со своей силой сюда или туда, где находится этот человек, в любой уголок мира, и снизойди сейчас к нему, чтобы исцелить. Разрушь эту боль, разрушь это недомогание. Я сейчас использую Твою силу, чтобы избавить этого человека. И я говорю тебе, демон, который атакует эту жизнь, ты обязан оставить эту женщину, оставить этого мужчину, оставить эту девушку, этого юношу, этого ребенка. Выйди сейчас из того, кто сейчас здесь. Я тебе приказываю, как здесь, так и дома. Я запрещаю твою боль. Ты знаешь, что у меня есть власть над тобой, над твоими деяниями. И я сейчас приказываю, потому что Иисус призвал меня к этому. Я велю тебе: уходи сейчас же, забирай свои физические дефекты, последствия удара, аварии, операции, инсульта, и убирайся сейчас же, убирайся со своим тендинитом, артритом, артрозом, ревматоидным артритом, бурситом, нефритом, убирайся сейчас же со своей болью в колене, в голеностопе, в руке, в плече, убирайся немедленно. Я приказываю прямо сейчас, ты, кто не дает этому человеку спокойно дышать, затрудняешь его дыхание, ты засел в его мыслях с ненавистью или любым другим деянием зла, уходи сейчас же, убирайся во имя Иисуса. Отец, благодарим тебя. Я благодарю тебя, поскольку Господь сейчас движется. Это ради твоей славы, в твою честь, во имя Иисуса. Аминь. Посмотрите на меня. Вы не могли поднять руку? Не думайте дважды. Поднимите свою руку туда, докуда не могли поднять. Не могли разжать и сжать кулак? Сделайте. Не могли поднять ногу? Поднимите, согните в колени, пошевелите шеей, проверьте, ушла ли ваша боль, и сделайте то, чего не могли сделать. Дайте мне 2 или 3 минуты, чтобы Бог завершил движение. Ангелы Бога сейчас действуют. Вы не можете остаться без благословения. Доктор Суарес, моя боль, моя физическая проблема ушла. Физическая. У кого прошла физическая боль, проблема? Поднимите руку во имя Иисуса. Давайте, братья, уже есть много людей. Быстрее, во имя Иисуса. Что с вами было, сестра? Мне нужно 4 человека. Боль в ступне, доктор Суарес, но теперь прошла во имя Иисуса. Слава Богу. И рядом, что с вами было? Головная боль и боль в сердце, пастор. Сильная боль. Теперь все прошло. Все ушло прочь. Аминь. Да. Слава Богу. Зеленый флаг.
Что боль было? В спине. Я пришла в церковь с сильной болью, не могла дышать, но все прошло. Если Бог ничего не сделал, не говорите. Но если сделал, скажите. А в это время Бог еще творит. Что было с вами, сестра? Я пришла в церковь грустной и печальной. Но теперь значит, я свободна. Значит, печаль, душевная проблема. Очень у многих. Доктор Суарес, я теперь радуюсь. Рассеялась эта туча, эта печаль. Я больше не буду брать свидетельств, но чтобы знать, кто исцелился. Поднимите руку и скажите: «Иисус, благодарю». Сделайте рукой вот так. Давайте прервемся на небольшую паузу. Сегодняшняя проповедь замечательна, а история из реальной жизни будет интересна. Потом мы перейдем к вопросам, где люди спросят у доктора Суареса о Слове Божьем. И в конце мы объединимся в вере, мы помолимся, и я верю в светлую руку Бога, которая коснется, благословит, исцелит во имя Иисуса. Возможно, кто-то сейчас находится в ситуации и не знает, как поступить. Не беспокойтесь. Полностью доверьте Слову Господа Бога. Это помешает дьяволу оказывать на вас влияние и контролировать вас. Возможно, я сейчас говорю с людьми, которые очень подавлены, они беспомощны, они не чувствуют присутствия Господа Бога. В Библии сказано, что Бог будет вершить справедливость за своих детей, которых преследуют. Вы нуждаетесь в Его правосудии. Начните верить в Бога всем своим сердцем, и благословение не заставит себя долго ждать. Если Бог призывает вас стать спонсором Его дела, что означает быть спонсором? Это значит поддерживать финансово эту программу. Как это можно сделать? Сначала услышьте голос Бога. Если Он призвал вас, то Он даст вам возможности, чтобы пожертвовать. Но не все получают этот призыв. Если вы не были призваны Богом, имеете ли вы право на благословение? Конечно, имеете. Оно бесплатно. Оно избавляет от болей. Все, что вам нужно сделать, это услышать голос Бога, и если Он призвал, жертвовать. А если нет, то не жертвовать. Во имя Иисуса. Хорошо? Давайте теперь вернемся к программе «Шоу Веры», где мы увидим историю из реальной жизни. Совсем скоро мы помолимся, и Господь коснется вашего сердца во имя Иисуса. О, слава Богу! Садитесь, пожалуйста. Посмотрим историю из реальной жизни. Раньше моя жизнь была полностью разбитой. Я работала один месяц в одном месте, два в другом. Я была раздражительной, очень злой, вспыльчивой, необщительной. И у меня всегда была проблема. Деньги приходили и сразу исчезали. Я тратила больше, чем получала. У меня не было дома. Я жила некоторое время у своего брата, жила у близких родственников. Я уверена, что мной владел дух расточительства. Из 24 часов она спала 18. Она всегда искала работу, рассылала резюме, но работала максимум 2 недели. Мы переехали в штат Мату-Гроссу, когда она развелась с моим отцом. Я помню, что там мы жили в доме моего дяди, а потом съехали и поселились в общежитии. Нам всегда не хватало еды, нужно было экономить. Она не могла контролировать расходы. Я всегда в своей жизни от кого-нибудь зависела. Джелси вместе с сыном переезжают в город Граватаи, недалеко от Порто-Алегре. Раньше я ходила в другую церковь, когда я уехала из штата Мату-Гроссо, и когда вернулась, из Мату-Гроссо я должна была пойти в другую церковь. Но ослушалась и не пошла. Я жила недалеко от церкви Благодати и стала ходить туда. Я очень хотела больших перемен и думала про себя. До сегодняшнего дня я пыталась сделать все своими руками, и ничего не получалось. Я работала день и ночь без отдыха, и ничего не получала. И тогда я стала исполнять слово. Я заметил изменения, и это побудило меня пойти с ней. Я запомнила стих, который всегда был со мной. «Будь тверд и мужествен». И я начала просить этого. Сначала Иисус, а потом остальное. И Он начал менять мою жизнь. Джелси начинает работать в сфере здравоохранения. Она получила наставление от Господа Бога и пошла учиться на медсестру. Тогда я уже работала. Я занималась уходом за пожилыми людьми, сопровождала их. Также я иногда помогала врачу, и поэтому я продолжила обучение в этой области. Бог повелел идти и учиться, потому что бесполезно стараться, если в голове нет никаких знаний. Она еще не закончила курсы, но уже начала работать и
Когда наступал конец месяца, она говорила: «Смотри, эти деньги мы можем потратить на себя, но не больше этого». А раньше она так не делала. Она начала думать обо мне, думать о себе, думать о будущем. Джелси заканчивает курсы медсестер, и в 2007 году она чувствует желание в сердце открыть фирму, которая будет заниматься уходом за больными на дому. Однажды она сказала мне, что начала откладывать деньги. Она откладывала и копила, а Бог коснулся ее, и она решила открыть свою фирму. Например, если ваша мама или бабушка болеют, поищите в Google «домашний уход за больными», и вы найдете нашу фирму. Позвоните, мы все рассчитаем, проанализируем, в чем вы нуждаетесь. Просто в сиделке или в медсестре, которая будет целый день у вас дома. Я уже давно начала спонсировать шоу «Веры ради себя». А потом, когда мы открыли фирму, я стала спонсировать ради нее. Перед тем, как платить зарплату или что-то другое, я сначала иду в церковь. Я не называю это спонсорством. Я возвращаю Богу то, что Он дал мне. Мы выросли на 700%, слава Богу. К нам пришло изобилие, клиенты рекомендуют нас, кто-то находит по рекламе. Я начинала с двумя клиентами, сегодня их 82. Когда она начала ходить в церковь, ее образ мышления полностью изменился. Она не принимает решения без Господа Бога. Нужно сеять, чтобы получить урожай. Как говорят люди, сегодня шторм, а завтра спокойствие. И именно так, но только с Иисусом, без Него нельзя. Все это в радость, друзья. Позвольте мне помолиться за тех, кто сейчас дома, затем мы помолимся с вами. Но это молитва за вас. Отец, благодарим. Поскольку мы должны подвязаться законно. Мы не можем принимать ничего от лукавого, чтобы не обесценить работу Святого Духа. Мы знаем о сыновьях Аарона, которые развели огонь чуждый и воскурили перед Господом. Отец, теперь моя вера связана с верой того человека, который сейчас дома, на работе, в больнице. Бог, где бы он ни был, в тюрьме, на вокзале, где угодно, смотрит нас в ресторане, неважно, я сейчас благословляю эту жизнь. Друг мой, как служитель Слова Бога, я парализую все деяния дьявола в вашей жизни, и я говорю: дух поражения, страдания, оставь этого человека сейчас же во имя Иисуса. Мы